Да, я морец, короче. Чипонька. О, господин офицер, офицер, офицер. Вы что? Ой, я поехал. Я мировой. Чувак, я наверху. Еще раз по сигнале. Смотри, ой, бля. Давно я так не Здрасте. До свидания. Стоять! Что-то хотели? Вот я вот хочу спросить насчет перевода. Может быть, возможно. В ЛСПД, возможно. Почему? Умею. Ну, я скачал твою ЛСРП. Пошел вон. Да мне хотя бы на полицейском офицере просто быть и все. Там Булат вообще-то вот, с которым мы общались, он его сразу повысили, он лекцию ему прочитали и все. Какая проверка, ёб твою мать. На каком? Так, там-то аккаунта у нас нету. Ну, так а если это там... Короче, все. Че, он в розыске? Так. А, ну нормально. Да-да-да, давай. Я сейчас Зэшка ему кину. Да у меня оружия нету в руках, ну дай выйду. Он сдается просто. Шел быстро. Да мразь. Ты не бегай. За 88. Шо? Шо? Хорошо. Тут 17 литров осталось. О, Лавренти, ну-ка. Вантед. 70-й. Лавренти. Знакомая рожа. Он, короче, по мне вчера с РПГ стрелял. У него 7 ЗВ было, его посадили на что-то намного. О! Пошел вон. Чек дело. Плязи. Смотрел.
Ой, куда его везут-то? Да я понял. Афроамериканец на вид 20 лет, лично скрытый в кобуре, лишь пистолет. Чек дело. Веди, веди его, я же не РПшный. Департамент вообще-то. Ну ладно. Департамент. Давай загуглю. Департамент. Департамент, ну. Департамент. Чё ты мне гонишь-то? Через запишется. Ну хотя ладно, тебе простительно, ты казах. Ты живешь. Ты туда переехал? Ну так вот, значит, если ты родился, то да. Ладно. А скажи что-нибудь по-казахски. А? Решил попросить его. Нурлан. Нурлан. 176. У вас есть автомобиль? Да. Миш, мистер Киллерман, можете перевести этому эфесту в отдел СИН? Смотри, он сейчас скажет с третьего ранга. Можете довести меня? Нет. О, я пятый ранг. Перевод оформлен. Благо. Но я в таком скине должен ходить. Жаль, что в этом скине, ну ладно. Так, сейчас надо, знаешь, мне такую отыгровку поставить. То, что наручники и арест. Агент of Сит, агент of Деа. Стал выглядеть брутально.